Так, держать. Чем радует вас ваши деточки, бабушка Таня? Ну, чем могут радовать дети? Конечно же, сейчас, в этом году я... Малую отправил в первый класс. Пошла она как бы с удовольствием, потом пришла, сказала: папа, нет, это школа, нет, это не мое. В общем, вот такие сейчас дети. И это для меня было радостно, с одной стороны, и с другой стороны, горестно, потому что ребенку надо все-таки получить образование. Ну, а старший уже пошел в 8 класс. А, я вообще-то рассказываю о детях, но мало кто знает, что они у меня есть. Потому что все думают, ну да, все думают всякое, разное. А на самом деле, я, наверное, об этом стоит рассказать в двух словах. Да, мы с супругой живем уже более 15 лет вместе. Она у меня русская. Это так, вот слово, потому что тоже спрашивают. Зовут ее Светлана. Вот. У нас двое ребятишек, пацан и девчонка. Пацану 13, девчонке 6. Пацана зовут Денис. Девчушку зовут Эстелка. Это так, в двух словах о своей семье. Поэтому радуют они, конечно, меня абсолютно всем. И своими достижениями, и своими неудачами. Потому что я, как отец и вместе с супругой, мы можем им в этом чем-то помочь, что-то подсказать, что-то объяснить. И если они нас слышат, это абсолютно не может не радовать, потому что это здорово, когда дети к родителям относятся с уважением и слушают их. Вот это супер! Ну, ладно, философия философия, семья семьей, а концерт концертом. Сентября, два, тупо, с днем рождения! Немного тепли за стеклом, но злые морозы. Хожу в эти двери, словно в сахар июньский цветок. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы. У всех на глазах я взяла плачь, и готов чужой. Я их так хочу садить теплом, но белые розы. Приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.